Добрый день. Сегодня, 31 августа 2022 года, Пенсионный фонд Украины официально опубликовал информацию о том, что Пенсионный фонд рекомендует сохранить бумажные в книжном формате трудовые книжки. И я в некоторой степени соглашусь с Пенсионным фондом, потому что граждане Украины уже не раз сталкивались с такой проблемой, что при выходе на пенсию они собирают от разных бывших работодателей информацию, которая подтверждает их трудовой стаж, что они работали ранее официально. И были отчисления в Пенсионный фонд. И учитывая тот факт, что многие работали еще в Советском Союзе, то подтвердить свой стаж в некоторых случаях просто невозможно. Поэтому действительно я рекомендую вам сохранять эти трудовые книжки бумажного формата. И Пенсионный фонд еще предлагает сохранять трудовые книжки бумажные, предварительно их оцифровав в электронный формат, сфотографировав на телефон или сделав скан-копии всех страниц трудовой книжки. И при этом загрузить эти скан-копии трудовых книжек в личный кабинет пенсионера на портале пенсионных услуг. Тогда, со слов Пенсионного фонда, информация о вашем трудовом стаже не потеряется, и ваша информация будет учтена в дальнейших перерасчетах пенсии. А теперь я бы хотел показать вам видеоинструкцию, которую разработал Пенсионный фонд и которая показывает, как зайти в личный кабинет пенсионера на портале Пенсионного фонда Украины и как загрузить туда скан-копии бумажной трудовой книжки, так сказать, оцифровать свою трудовую книжку. Поехали! Подписывайтесь на YouTube-канал, нажав кнопку «Подписаться» под этим видео. Также подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка под этим видео. Оформляйте кредитні карти, кредити наличними і мікрозайми онлайн. Ссылка під цим відео. Знайти документ швидко інколи складно, тому зручно зберігати документи онлайн. Наприклад, трудову книжку, яку легко завантажити на портал електронних послуг Пенсійного фонду. Увійдіть до порталу за допомогою кваліфікованого електронного підпису або за банківським ID. У меню зліва оберіть розділ «Відомості про трудові відносини». Ви отримаєте повідомлення. Ознайомтеся із вимогами до скан-копії і натисніть «Продовжити». Ви бачите, що деякі поля вже заповнені автоматично. Додайте інформацію, якої не вистачає, а потім надайте згоду на обробку персональних даних. Тепер натисніть на «Скан копії документів» та за допомогою кнопки «Додати файл» завантажте необхідні. Обов'язковим є трудова книжка або документ про стаж. Підписуйте та відправляйте до Пенсійного фонду. Наявність документу при досягненні пенсійного віку дозволить призначити пенсію автоматично. Згодом ваші дані з'являться у меню «Мої звернення». Трудова онлайн – це просто та зручно. Подписывайтесь на YouTube-канал, нажав кнопку «Подписаться» под этим видео. Также подписывайтесь на Telegram-канал, ссылка под этим видео. Оформляйте кредитные карты, кредиты наличными и микрозаймы онлайн. Ссылка под этим видео.